или развлекательного портала «Помидорка за решеткой». Привет, друзья! Вы в новых просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакшти Дмитрий. Новое прохождение на нашем канале «Зомби Тайкон 2». Я вообще всю жизнь, с детства, с тех пор самых, как увидел Warcraft 2, полюбил стратегии. А это моя самая первая игрушка на PC, кто не знал, Warcraft 2. После чего, чуть став взрослее, познакомился и с тайкунами серии, кучи разнообразных. И помнится, у друга на PlayStation играл в Railroad Tycoon 2 и просто охреневал от кайфа симулятора. Ой-ой-ой, бахнул по столу, ничего себе. Вот этого симулятора, если можно, конечно, так назвать, тайкуны. Ну и в последнее время еще и полюбил немного зомби-тематику, прям жутко. Немного жутко, да. Про зомби так можно сказать. Немного жутко полюбил зомби. А эта игрушка совмещает и зомби, и тайкун в одном названии. Еще и цифра 2 загадочным образом петляет после этих слов. Я не играл в нее ни разу, буду тупить жутко. Я, насколько понимаю, это стратегия, но здесь доступно управление геймпадом, и я попробую себя изнасиловать и поиграть на нем. Давайте начинать. Новая игра. Понятия не имею, о чем игрушка. Первый раз в нее играю. Ну, нормально привалило парня. Просто устал, небось. Это тоже устал. Это его брат, ты смотри, у них одинаковое хлебище. Стинкер. Добро пожаловать в Стинкер. Апокалипсис! Мне уже нравится игрушка. Формула Z, спасите рай. Что? Вот они. Зеленые. Зеленые зомби. Гарри Поттер без очков лежал. Так, люди спасаются бегством. Ага, обожаю такие моменты. Мне кажется, даже зомби до конца не понимают, какого это хрена мужика оставили одного. Ничего себе махина. О, так над зомби человечище стоит. Прорвите последний оплот человека. Цели здесь. Угу. Привести скидмарка на красный ковер. Я так понимаю, скидмарк — это и есть вот этот человечище. Для регулирования масштаба наклоняйте. Ну, понятно, такое небольшое обучение. Ворота камеры. Окей. Окей, скидмарк. Пошло описание. А, нет, это не мужик, это вот эта вот хреновина большая, слизничивая. Происхождение — первый биомеханический монстр, порожденный лабораторией тайкуна. Страшно прожорлив и всем своим видом демонстрирует это, возможно, недостаточно наглядно. Это неудержимая машина смерти, способная проложить путь через толпу людей и нежити. Понятно, в общем, давит, тончила. 13 тысяч очков в жизни, ДПС 232... И против людей, против зданий. Скорость движения 500. Скоро мы будем разбираться, я думаю, в этих показателях. А с каждым сожранным юнитом скидмарк получает небольшую прибавку к здоровью. Выделяет вредный газ, который воздействует на всех врагов. Отлично, будем жрать людей. Будем просто жутко жрать людей. 10 секунд, пассивка, лечение. Скорость атаки перемещения за счет распространяющего газа уменьшается у противников. Окей. Получает мощный импульс скорости и давит все на своем пути. Это активная возможность. 30 секунд восстановления. Урон на первом уровне 507-540. Угу, не врезается в твердую стену или другого монстра. Глушая его так на своем пути. Глушая его на 2 секунды. Сокрушительный рев тоже актив. Замораживает тех, находящихся рядом противника. О, жесть, просто рвота. Тоже актив. Тительная рвота, которая почти мгновенно захватывает любое здание. Ага,
прям быстренько. И 60 секунд на восстановление. Продолжительность 3 секунды. Вака-вака! Тоже актив. Быстрая залповая атака, пожирающая любого зомби на пути скидмарка. Она... Так, окей, с этим будем разбираться. Вака-вака, мне название нравится. Описание фракции. Изданий, монстров, все это мы имеем. Доктор Орвилл Тайкун. С дьявольским упорством, стремящийся доказать, что значение имеет только размер мозга, Орвилл Тайкун намеревается продолжить работу своего наставника, задействовав формулу Z на ничего не подозревающем населении Финковеля. Его неуклюжие зомби перемещаются медленно, но угрозы, которые они... What the fuck? Почему? Я не... Не до конца могу почитать, что ли? Какого? Ай, ладно, к черту. Так, нам мягко намекнули, что мы имбецилы и начали со второй части зря. И, по всей видимости, у этого чувачка было еще какое-то... какой-то предшественник. Так, мы можем, по всей видимости, управлять только этим чуваком, да? Нажимаю я на... курсор на красный ковер. Давай, друг, жги. О, я думаю, я привыкну к этому управлению. Написание дома. Население Финквилля обожает свои дома. Если дом еще не полностью разрушен, скорее всего, в нем еще есть люди. Захват домов всегда окупается, так как со временем они позволяют создать множество свободных блуждающих зомби. Окей. Управлять мы можем пока что только вот этой вот этим скинмарком. Странно, что одной кнопкой нельзя выйти. Так, доктор настроен очень серьезно. Тайкуна на подиум. Давай, друг, иди сюда. Херакс. Молодец. Давай, на подиум. Сейчас будет толкать речь парень. Он вообще говорить, интересно, умеет? Не знаю я немецкий. Да, они все понимают. Вот, атака просто. Отлично, эту команду, я думаю, не знаю. Так. Дома, так еще и со включенным светом, офигеть. Захватить последние 3 дома. Давайте, ребят. Захватывать. Нет, нет, те дамы. Что за... Ах ты ж... Еперный ты карапусь. Идите сюда. Так, понятно, этот свет. Короче говоря, они по цветам. Убегали люди, зомби начали месить, а эти уроды что-то кидают. Кидают дома, да, и перекрасили. Все, захваченное здание генерирует блуждающие зомби. Блуждающие зомби защищают дом и захватывают соседние здания. Ну-ка, пойдет захватывать. Ладно, давайте сами. Отлично, понеслась. О, полицейский. Господин полицейский, вам тут не рады. Блуждающий зомби помогает. Вот, люди побежали из своих домов. Красотища. Так, последний дом. Где последний дом? Вот он. Давайте в атаку. Да, со свободным управлением камеры все-таки полегче было бы, но да ладно, здесь ограничения есть. Ну работайте, чего? Окрас спадает, он становится нейтральным, выключенным, а потом мы закрашиваем. Понятно, как происходит. Как происходит захват, понятно. Прорвите последний оплот человека, так, нам теперь сюда. Давайте, давайте, давайте. Все исполнять мои приказы. Будем жрать, насиловать, убивать, калечить. А что я пропускать? Воу, воу, что за... А, это наши, нормально, значит, все под контролем. Чувак настолько испуган, что вмазался с темпа.
Так, фанатики, может вы что-нибудь... О, самураи. Зомби-самураи, отлично. Так, уничтожьте всех мирных жителей отрядом самурая. Норма. Ну-ка, давай, работай, самураи. Почему эти стоят, ничего не делают? Ладно, отряд самураев пошел в бой. Он чисто для ближнего боя, по всей видимости, реально. Ох, ни хрена себе они налетели, как только людей увидели. Я думал, они так медленно и будут идти. Так, еще одна партия. Еда! Что за? Эй-эй-эй! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Убить вот этих гавриков! Самураи! Давайте сюда. Может, если два раза нажму, они побегут? Ни хрена они не бегут. Давай быстрее. О, вот это ускорение мне нравится. О, это штуковину мы, по всей видимости, будем захватывать, конечно же. Курсор на скобяную лавку и нажмите B, чтобы захватить ее. Работать! Причем скобяную лавку... Давайте почитаем, что это вообще. Всем известно, что выжившие любят создавать укрепления в скобяных лавках на случай нападения. Захватить их нелегко, но они позволяют превращать ваши отряды в тех самых искусных инженеров. Кроме того, они атакуют любого врага поблизости. Круто. И как башня работает, еще и каких-то инженеров искусных создавать можем. А, по-моему, на нас кто-то идет. Гасим людей, которые мимо идут. А теперь скобяную лавку захватывать. Трансформировать зомби в скобяной лавке. Как это делать? Давайте, ребят. Переквалификация. О, нормально, атака идет. С двух попаданий одного мента. Хорошо, быстрее превращайте, нажмите. Все окей. Следующая цель. Будем инженерами прорываться через ворота, понятно. Я так полагаю, вот эта вот переквалификация, она здесь на постоянной основе будет работать. Инженеры. Самураев, инженеров, из инженеров, наверное, самураи. О! Испуганные герои! Просто бред питы. Нажмите, начните натиск мертвых, нажав кнопку РБ. Все блуждающие зомби атакуют вашу цель. Атаку! Блуждающие, те, которые из домов повылазили. И смотри. А менты-то ничего не делают. Ха-ха. Крутотень. Сюда, 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 сюда. Пошли, пошли. Может, вы будете захватывать? А, захватили уже. Офигеть, буйня! Вот это ментол здесь! Прорываемся, ребята! Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, назад, назад, назад. Давай, нет, атакуем. Воу! Город зачищен, последний оплот человечества пал! Смертоубийство достижение. Воу, Голум, ты-то тут что забыл? Что за... Что это за макаки? Так, не нравятся они мне, они цвета какого-то такого неправильно. Шумать. Да, они явно не из союзников. Чекун фу панда. Stop it. Эй, дружок, ты теряешь контроль. Вот так вот, давай. Вау, ничего себе. Они и так могут. Надо что-то думать, друг.
Давай, мозговитый. Ох ты ж. Старый смеется, зомби. По-любому наставник бывший. А, смотрите, здесь еще какие-то такие второстепенные типа задачки есть. Завершить главу. Так, найти спрятанный трофей. Мы этого не сделали. 40 мирных жителей сделали. Потерять ни одного зомби в отряда сделали. Завершить главу менее чем за 7 минут. Не сделали, потому что за 9 минут завершили. Ничего страшного. Вообще ничего страшного. Продолжение. Несмотря на нападение зомби-доктора, Тайкун справился, выжил и теперь готовит новый план. Новая цель. Тайкун должен выжить. Он один, без союзников, без ничего. Орвилл. Что, Орвилл? Что? Опять? Опять нам предложили прочитать всю инфу про него. То не получается промотать. Давай, Орвилл. Есть ли смысл? Есть смысл идти вперед. О, они подвесили нашего зомби. Надо освободить. Надо освободить его. И тогда он будет... Погроб смерти, наверное. Или погроб жизни, неправильно же будет. Погроб смерти обязан нам. Всех десятерых зомби. Сюда. Там что-то очень много. Товарищ, чей было. Штуковину двигать нельзя. Во, во, ты один. Ловим, ловим. Ловим момент. О, человек выиграл. Отлично. Работаем, 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 работаем. Тайкун нормально так гасит. Надо было, конечно, дать им самим друг друга поразбирать. Ну да ладно. Иди сюда. Ай, головастики вы мои синие. Так, за оградой куча ментов. Я понимаю, что цель там, слева, но я хочу осмотреться. Тут еще простые людишки. Хорошо идем. Ну а где мои товарищи? Чисто вот по этой штуковине идти, что ли? Давайте пойдем. Жаль, я не могу заставить их быстрее двигаться. Ой, жаль. Кнутом бы по заднице как всучить. Отлично, у нас есть новый отряд. Сюда, сюда. Офигеть. И маленьким отрядом пошли вперед. Мы быстро собираем себе единомышленников. Блин, один из наших зомби в первом отряде, он, как бы так сказать, подустал, что ли. Разбросанную армию тайкуна. У нас пока что 7 единиц.
Я чувствую, что мы правильно идем. Да. Мы почти нашли еще один отряд. Блин, из первого один помер все-таки. Зараза. 9 человек. Всего лишь 9. Ой, каких человек? Зомби. Давай сюда. Эй, здесь, по-моему, бьют электричеством. Так странно нажимать на YXB одновременно. Мистер Уилл Смит. Кажется, вы в тупиковой ситуации. Ликвидировать. Задача ликвидировать жителей ворота выполнена, потому что этим занялись не мы. Отлично, босс. Что-то не походит. Так, нужно достать. Раз, два, три. Три детали. Господа, прошу. За работу, мать вашу. Окей. Принести необходимые детали. Одно мы видим. Мобильный спаунер атакуют. Нет, 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 нет. Сюда, 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 сюда. Надо оставить один отряд на оборону. Так, управляться легче будет. Я так полагаю, вы останетесь здесь, а вы пойдете всех гасить, если у вас получится. Вчетвером, конечно. Давайте, вот она, первая деталь. Взяли, понесли. Это просто упоротые хренососы. Хорошо, контрольный пункт. Что-то мы сделали явно хорошее, полезное. Так, подожди, вот что это за аура появилась? Вот она, вторая деталь. Как мы здесь спустимся? Ага, так и думал, что отсюда. Ну ладно. А, смотрите-ка, вон оно что делает. Оно пополняет количество зомби в отрядах. А эти дерутся. Правильно сделали, что оставили один отряд. Пошли, пошли, не отвлекаемся. Спускаемся и гасим тех, кто охраняет еще эту деталь. По водичке ходить можно? Можно, конечно. Людишечки, миленькие мои. Крем вам тут еще достанется. Я могу умереть. Один умер. Два умерла. Три умерла. Люди не выиграют этот бой. А мы сейчас восстановимся. Отлично. Три зомби. Погибло, но людей пало больше. А, жесть. Так, ладно. И еще одна деталь. Вот она, вижу. Отбиться.
отбиться. Так, подожди. Пусть они сами друг с другом воюют, а мы подождем, посмотрим. А, то теперь нападать. Ну красота же. И так быстро все сделали. Супер. Так, теперь сюда. Как нам спуститься? Давайте, сами думайте. Они умеют думать, круто. Все, понял. Я просто дурею из этого. О, звездочка. А, родненькие мои, идите сюда. Интересно, здесь есть какой-то опыт, что ли, или что-то типа... Вау! А что это на нас кинули-то? А, одного потеряли. Но у него совсем все плохо было. Взяли и понесли обратно. Наверняка нужно будет пережить еще одно нападение здесь. Да, так и думал. Блин, какие они сильные, а? Да мы сильнее. Не бьем этих людей. Там могут быть враги посерьезнее. Хотя за людей очки дают. Можно было и убить. Ну да ладно. Ну давайте. А, нет, ладно, хрен бы с ними. Так. У нас получилось, бас. Новая цель? Защитить тайкуна, пока он ремонтирует транспорт. Так, вы сюда. Вы сюда. Четко работаем. Смотрим. Ну, это будет легко, я думаю. И сейчас просто толпами пойдут. Сюда. Прикрываем. Друг друга прикрываем, все нормально. Наш грузовик, блин. Позарились. Не на свое заритесь, уроды. Синие, блин. Просто банда укурышей против алкоголиков. Европейские зомби против русских. И при этом мы за европейские. Так. Ловим их. Ловим, ребята. Знай наших, ептить. Сюда. Ничего себе. Я 30 секунд. Ну же, ребята, давайте убивать их. Давайте убивать их дружно. Окей, сюда. Встречать. Воу, нет. Нет, сюда. Охренеть. Не справились. Мы не справились. Мы правда не справились. А, нет, он успел. Лови свинца, сучка. Просто бешеный. Ооо, я был в отеле. Нормально, так блеванул зелеными и поехали. Так. Какой-то нехороший дядя явно.
Окей, собрать все три части трофея. Да, трофеи, с трофеем у нас все херово. Зашить главу не менее чем с 50. А идите в баню, мы не за этим сюда пришли. Но прикольно, прикольно, мне нравится. Увидимся в следующей серии. Не забывайте оставлять комментарии. И давайте собирать как можно больше лайков под каждым роликом. Всем пока.